смотри, у нас патос. Материалы не могут быть перенесены с одного верстака на другой. Да, потому что если бы они постоянно переносились, это было бы очень, скажем так, больно, потому что вашему персонажу было бы откровенно некомфортно. Потому что тогда бы все дебафы, которые вы получили, то есть там уровень на ловушках присутствует, ну, так называемые на верстаках присутствует защита. И чем чаще вы ими пользуетесь, тем, соответственно, сильнее уровень защиты. В конечном итоге вас просто может убить верстак. Как бы смешно не звучало, но факт остается фактом. Поэтому очень важно, чтобы вас он случайно не шлепнул. Что у нас вообще в целом за персонаж? 13 уровень, мужчина, человек-монах. У нас 134 здоровья, 100 маны. По сытости у нас больше 1000, карма 75, маловато карма. Скорость у нас 9,6, это из-за сытости у нас упала скорость. Защита 55. По сопротивлениям у нас, собственно, все большинство под 100%, кроме вытягивания сил, магии и, собственно, распада. Все остальные у нас резисты под 100%. Также у нас присутствуют таланты, которые вы видите на своем экране. Если вкратце про них рассказать, про каждый талант, видеть невидимых существ, жизнестойкость – это сопротивление болезням, замедленное пищеварение – это у нас, ну, меньше хотите кушать. Контроль превращения – вы контролируете то существо, в которое вы можете превратиться. Контроль телепортации – вы контролируемо телепортируетесь туда, куда вам нужно. Невидимость, она дает вам невидимость, но невидимость также ест и еду вашу. Отклонение, это просто ваша, грубо говоря, защита, плюс 2 пункта. Отражение, это по вам не могут ударить взглядом, лучами, то есть от вас она будет отражаться. Талант оценка. Оценка дает вам возможность оценивать предметы, то есть которые вы поднимаете, будь то палочки, либо, например, инструменты, оценивать их количество зарядов. Поиск – это автоматический поиск дверей, ловушек и так далее. Полет позволяет вам левитировать над местностью. Предупреждение позволяет вам видеть заранее уровни ваших врагов и примерное их местоположение. Точнее, не примерное, а точное, но факт в том, что это не такое, как, например, подсматривание. То есть, если у вас был бы талант подсматривания, ну, кстати, надо будет его на досуге получить, вот, вы могли бы тогда видеть уже конкретно самих врагов. Талант проворства ускоряет вашу скорость движения, скорость атаки. Здесь общая характеристика и того, и другого висит на скорости. Вот. Талант прыжки позволяет вам перепрыгнуть через одну клетку. Эта клетка должна быть видимая. И она должна быть не стеной. То есть она не твердая. То есть она самая обычная. Но то вот, например, у меня нет таланта мерцания, вы можете сквозь даже твердую клетку перепрыгнуть. Регенерация здоровья позволяет быстрее восстановить свое здоровье. Талант скользкий позволяет вам защититься от захватов, которые вас могут схватить мобы. Талант скрытность позволяет вам подкрасться к спящим мобам, но они очень быстро просыпаются, поэтому тут не настолько эффективно. Но не суть. Талант спасения жизни позволяет вам один раз встать на месте гибели за счет одного очка телосложения. Талант телекинеза позволяет вам притянуть к себе предметы небольшого веса, разумеется. Талант телепатии позволяет, если вы слепы, увидеть мобов, у которых есть разум. По навыкам. У нас получается чемпион легкие средние доспехи. Также у нас на уровне умелые тяжелые клинки, арбалеты, копания, копья. Безоружный бой чемпион и длинные копья чемпион. Почему длинные копья? Потому что у нас мы едем на коне, я чуть позже о нем расскажу. И у нас двойной урон идет за счет взаимодействия с конем. Я чуть позже это покажу. Жречество, уровень владения чемпион и призыв, уровень владения специалист. Так называемый вызов. Все остальное у нас не прокачано, поэтому становится нет смысла. Ремесло, уровень умелый. Это эффективнее взаимодействие с вашими верстаками. То есть, получается, вы боль за меньшее количество деталей делаете предметы. И на большее количество деталей они будут разбираться, если вы будете что-то разбирать.
Чтение позволяет вам несколько раз, ну, собственно, вы можете при чтении, собственно, получить больше профита. Так называемое, вот вы, наверное, заметили в одной из прошлых серий, я книгу читал чуть ли не 3 раза. Поэтому оно явно более эффективно, чем вы на уровень неумелого, то есть 1 раз прочитали книгу. Почему очень полезно читать несколько раз книги? Потому что вы повышаете эффективность заклинания, которое в этой книге заложено. Вот. Верховая езда, но это владение с вашим питомцем, взаимодействие, прокачка его, прокачка себя, полезная вещь, в общем. Ловушки, уровень владения чемпион, но это взаимодействие с ловушками и шанс их обезвредить. На высоком уровне ловушек будет прямо огромное количество, поэтому шанс их обезвредить, это, конечно, шикарно. Вот, собственно, наш конь. У нас боевой конь, он 12 уровня, существо травоядное, имеет скорость 7,5, здоровье 73. Ну, это основные показатели. Атака 17, защита 24. Защита слабовата, конечно, но хотелось бы побольше. Сопротивление, вытягивание сил, кислота 50%, огонь, сон 76, холод, шок 72 и яд. Талант у него видение невидимого, невидимость, отражение и телепатия. Отражение у него висит на амулете, все остальное у него вшитое. Навыки у него эксперт, легкие доспехи, плавание, уровень неумелый, средние и тяжелые доспехи на уровне умелый. Он бьет дважды, то есть у него атака примерно 22 на 28. Вот. Наш персонаж дальше, что в целом, чтобы вы имели представление. Вот, собственно, мифриловая копия, о котором я говорил. У меня вот, и когда сидя верхом, я наношу урон двойной. Соответственно, я бью 2-7, соответственно, урон будет 4, соответственно, 14. А мы нашли, собственно, Орчий щит, ну, который я хотел бы заменить на эльфийский щит, но нам нужно будет его еще прокачать. Либо использовать, но я не знаю, не уверен то, что он в что-то полезное превратится. Палочку полиморфа на нем. А, колчан. Колчан получается, с копьями. Джавелин, который позволяет нам метать копья. Копии не тратятся, собственно, как и даггеры, поэтому их можно кидать. Единственное, они очень много весят, правда. Но 5 килограмм, я гляну, что сильно большой вес. Иллюминант. Иллюминант – это артефакт, который мы получили с медузой, которую мы выбили в одной из прошлых серий, которая постоянно нас кидала испуг. То есть, если бы у нас был талант ясности, мы бы от испуга защитились, а так мы не могли защититься от него. Поэтому нас постоянно кидали испуг, и мы от нее сбегали, не могли бить. Вот. Орчий шлем, ну ничем не примечательный, обычный орчий шлем, единственный, он благословленный. Серьги оценки, ну я говорил про талант оценки чуть раньше. Амулет спасения жизни тоже говорил чуть раньше. Про плащ невидимости, я про невидимость тоже говорил чуть раньше. Футболка плюс 5 защиту дает, дварский метриловый плащ плюс 5, метриловый доспех, рукавица ловкости плюс 5, повышает нашу ловкость, кольцо регенерации, кольцо контроля превращения. Ботинки-скороходы, которые именно увеличивают нашу скорость движения, грубо говоря, в 2 раза от нашего стандартного. То есть у нас стандартная скорость была 5, сейчас наша скорость стала 10. 10 тысяч монет у нас присутствует, и присутствует благословленный амулет изменения. Сейчас, кстати говоря, нам нужно будет кушать амулет изменения. Вот. Некоторое количество еды, которые, в принципе, особо останавливаться нет смысла. Единственное, только тут на ящерице можно остановиться, которая снимает с вас дебафы, такие как смятение, ошеломление, окаменение. Это очень полезно, потому что некоторые мобы на вас могут это накинуть, и вам в критический момент в этом может понадобиться. Также тут стоит остановиться на морковке, которая дает вам снять временную слепоту. Именно временную слепоту. Дает также эффект темное зрение. Ну, темное зрение – это видеть, грубо говоря, мобов на дистанции, за текстурами, как говорится, что они присутствуют. А комок королевского желе увеличивает вашу силу. Комок
плотоядный, поэтому только плотоядность, что его могут съесть. Ну, либо если другие типы существ превратятся именно в плотоядных. Вот. По кольцам у нас, собственно, кольцо мудрости, но оно сомнительное кольцо, честно говоря, потому что более эффективное кольцо харизмы, потому что оно более эффективное взаимодействие с магазином будет. Кольцо мудрости, оно сомнительное. Кольцо закрепления характеристик, пока не максимальные характеристики, нет смысла их закреплять. Поэтому оно бесполезно, его, кстати, можно убрать. Свиток амнезии самый страшный свиток из всех, которые вы присутствовали. Потому что он вам даст амнезию, то есть вы забудете все таланты, навыки. Ну, не все, а часть навыков, все из этой проклятости свитка. Копия свитка массового истребления, который позволяет нам свиток, мы делали копию с благословленного свитка, он загеноцидит весь вид тех типов, которым мы его приложим, то есть приложим сам свиток. Когда мы его прочитаем и на какого существа мы направим, соответственно, то, что и его вид испарится, больше не появится. Кирка – это самая важная вещь в этой игре, потому что позволяет, грубо говоря, ломать преграды, ну, которые копаются, менять ландшафт местности. Рог-недорога – также полезный предмет, который снимает с вас все негативные дебафы, кроме болезни, потому что болезнь он с вас не сможет снять, он, как сказать, он с нее с вас снимет, но рог-единорога сломается. Он огромное количество дебаф снимает, эффективно, конечно же, благословленная версия, он снимает слепоту, временную глухоту, галлюцинации, болезнь, про которую я говорил чуть ранее, смятение, ошеломление, окаменение. Свисток позволяет вам волшебный взаимодействовать с вашим ездовым животным. Ну, либо другим животным, но факт в том, что с вашими животными. Повязка на глаза благословленная, две штуки, надо, кстати, будет одну выкинуть или убрать. Позволяет вам владеть, ну, ослепнуть, контролируемо. Для таланта телепатии это очень полезно. Благословенная сумка хранения позволяет им переносить много предметов. Копия ключей, копия скелетной, призрачной, еще один скелетный. Собственно, это открытие дверей и сундуков. Полезная вещь, в общем. Шипы позволяют вам замедлять персонажа, вашего врага, который не летает. Соответственно, он должен быть на земле. Эффект кратковременный, но если его возобновить, то есть заставить вашего врага прогуляться еще раз по этим шипам, то эффект можно повторить. Сумка носильщика, которая позволяет переносить мобов, ну, честно говоря, сомнительная сумка на самом деле. Но ее хороший дебаф в том, что она при поедании дает талант скользкий. Поэтому она очень шикарная. Фигурка. Ну, фигурка ничем не примечательна, мы пока не знаем, что она из себя представляет, на самом деле. Вообще, по фигурке, а что я могу сказать? Насколько я знаю, фигурку можно активировать, но пока непонятно как. Как вы видите, тут всего-навсего две стопки. А по палочкам. Палочки тоже можно кушать, и они даже иногда полезные бафы дают. Но важно то, что, например, на ту же характеристику дополнительного здоровья оно даст тому существу, в которое именно его съело. Не которое вам нужно, чтобы оно было, а которое именно его съело. Поэтому оно не всегда может быть полезно. То есть через свиток пожирания это сделать можно. Но если пройтись к существу, например, вот палочка большого лечения у нас, она сделана из древесины. Соответственно, древесину у нас ест, ну, в основном, грубо говоря, термиты. Ну, грубо говоря, там еще есть биоядные существа, но это не суть важно. Факт в том, что едят термиты. И именно у термита поднимется здоровье на максимум, то есть на плюс 5, если бы благословленная палочка была бы. То же самое работает и с остальными. Поэтому как-то так. А вот есть лучшие, то есть, например, палочка огня, она уже работает на общую форму. То есть, если вы ее, например, съедите, она даст вам сопротивление на постоянке. То есть, она ударит вас огнем, да, то есть, урон очень сильный будет, но если ваш моб, либо вы сами, если превратились, переживет его, то вы получите резист к огню. То же самое работает и с холодом. Собственно, вот как-то так. Я хотел сейчас в данный момент съесть кольца превращения,
Для того, чтобы его съесть, нам нужно, во-первых, убедиться в том, что у нас одето кольцо, получается, контроля превращения. У нас должно быть оно одето. А, подожди, стоп. Давайте посмотрим. Контроль превращения. Смотрим. Контроль превращения, как вы видите, у меня он не привязан к кольцу. Соответственно, мы можем контроль превращения смело снять. Но контроль превращения это самое полезное кольцо, поэтому я не рекомендую его снимать. Точнее, и тем более терять куда-то. Убираем кольцо контроля превращения. Это кольцо позволит вашему, грубо говоря, мобу, персонажу, как угодно его назовите, контролировать превращение. То есть, например, если вы смотрим, собственно, у нас проклятый амулет изменения. Давайте его сейчас съедим в первую очередь. А контроль превращения пока уберем. Собственно, нам нужно посмотреть, из чего состоит амулет изменения. По внешнему виду это железо, да. Железо. Собственно, нам нужно превратиться в металлоядное существо. Но нам нужно, во-первых, спешиться. Во-вторых, поесть обязательно. Убедитесь в том, что у вас стоит талант сытый. Ну, то есть, чтобы вы сытые. Потому что, когда вы превращаетесь, вы просто обратно можете не превратиться. Точнее, как сказать, да, вы, скорее всего, сдохнете просто тупо. Собственно, одеваем амулет изменения и кушаем. Во-первых, нам нужно превратиться в существо, которое могло бы съесть амулет изменения. Амулет изменения может съесть ржавник. Я точно это знаю. Поэтому вместе с вами его и в него превращаемся. Мы вместе с вами в него превратились, теперь едим проклятый амулет изменения. Давайте, чтобы убедиться в том, что у нас все получилось, давайте снимем амулет изменения. Обратите внимание, мы сняли амулет изменения, и у нас нету превращения. Или есть, я не вижу. Да, у нас есть превращение. Обратите внимание, у нас мы получили талант превращения. То есть мы можем, в принципе, амулет изменения оставить для нашего питомца. Мы возвращаемся в изначальную форму. Важно после таких действий покушать, потому что у нас сытость тратится ого-го. Возвращаем всю свою экипировку. В частности, амулет спасения жизни, орчьи доспехи, рукавица ловкости, ботинки скорости, которые позволяют ускорять нашего персонажа в несколько раз. Также не забываем накидывать на себя иллюминатор, который дает нам свет вокруг себя. И, собственно, тут не хватает единственного этого. Благословленное копье, которое усиливает наш дамаг с руки. Собственно, мы все одели, оседлываем лошадь. Оседлали лошадь. А давайте попробуем кинуть фигурку. Я не знаю, что это будет. Давайте ее кинем. Ничего не произошло. Ее, скорее всего, нужно идентифицировать. Я так думаю. Но у нас по-другому не получится. Мы находимся в данный момент на 22 уровне, на 22 этаже. Мы прошли, пробежали, грубо говоря, будем так говорить. Мы максимально у нас 25. Мы пробежали копии, то есть это гномий копии, так называемый, где шахтный город, где копии присутствуют, где все подземные вершины, глубинные залы, глубинные дебри и так далее. Пробежали. Собакан пробежали. По-быстрому, Форт Лудиус, это где огромное количество солдат. А лабиринт, где в конце стоит Грейжин и Минотавр, который вас будет пытаться запинать, но мы его схитрили, мы его убили на дистанции.
Затерянные залы — это очень-очень огромная местность с огромным количеством телепортов, которые не дают вам телепортироваться, но через порталы вы можете это делать. Логово Медузы, где мы чуть не погибли, потому что Медуза нас кидала испуг. Для того, чтобы у нас такой ситуации не возникало, нам нужно, чтобы на нас он просто не действовал. Для этого нам нужно искать талант ясность. Талант ясность, насколько мне известно, находится только с одного предмета. Он либо вшитый, то есть вы можете обратиться в то существо, у которого иммунитет то есть изначально вшитый талант, и драться, например, с медузой. А можете... Это, наверное, единственный способ. Либо, как я сделал, через, грубо говоря, питомца своего драться с медузой, потому что по-другому у вас не получится. Обратите внимание, к нам идет восклицательный знак. Давайте ее убьем, чтобы она здесь не отсвечивала. Адская кошка, она бьет огнем. Помимо обычных ударов, там еще какой-то моб стоит, как я вижу. Давайте посмотрим на него внимательней. Как вы видите, тут присутствует вода. Ух ты, стоять, 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 стоять. И свиток воды, собственно. Но ежу понятно, кто это был. Свитки воды в большинстве случаев носят одни и те же мобы. Это, ну, мобы, связанные с водой. Веревочный голем, он вас привязывает к месту. То есть, если у вас нет таланта скользкости, он вас привяжет к месту, и вам будет очень больно. Поэтому я рекомендую... Свиток воды, кстати, может снять с вас еще наказание, если это вам как-то поможет. Спускаемся на клад, на 23 уровень, мы тут не были. Уровень в школах магии улучшает дальность и усиливает эффекты на каждом уровне. Собственно, одна из самых тяжелых комнат, но она самая лучшая в плане лута. Но учитывая то, что наш уровень владения школой ловушек максимальный, то мы можем все ловушки обезвредить. Обратите внимание, на шоковых ловушках шанс обезвредить не 100% даже, что удивительно. Как вариант, забрать все с собой сундуки, но они, наверное, очень много весят. Давайте обезвредим. А проще всего, конечно, будет собрать все сундуки в одно место и один раз поражать заклинание, чтобы по 300 раз не... Но опять же, сундуки. Интересно, у нас получится его притянуть или нет? Через талант телепатия. Давайте попробуем вместе с вами это сделать. Через телекинез. Да, у нас получается. Давайте сейчас просто все сундуки к себе притянем. Ну а чё, за ними ходить еще надо, а так они сами к нам притягиваются. Блин, ну куда ты пошел, а? Я случайно мискликнул, мы вышли. А ладно, не суть важно, выложим пока часть сундуков, они в любом случае там много весят, поэтому обратите внимание, у нас уже желтый человечек нагруженный появился. Это нам говорит о том, что вес там уже приличный достаточно. Потом просто на вот эту клеточку, где постоят сундуки, мы прожмем один раз открывашку, заклинание открывания, и все сундуки откроются. Это будет самый... Обратите внимание, нарисовалась корова. Корова не самый страшный враг, но и она очень много сытости дает. А важно получать именно контроль в самый последний, точнее наоборот, контроль получать в первую очередь, а в последнюю очередь получать уже сам баф. То есть, если, например, вот есть контроль телепортации,
Он вам, с одной стороны, может помочь. То есть вам сначала нужно получать именно контроль, превращение, контроль телепортации, а только потом уже саму телепортацию. Почему? Потому что если вы по-другому его получите, то вам будет некомфортно будет. Потому что если вы оденете, например, амулет превращения, вы будете постоянно в кого-то превращаться. Рано или поздно это вас просто убьет, потому что вы можете обратиться в очень слабого существа, которое у вас просто... Один раз вы упадете, второй раз упадете. Если вы не сможете снять этот дебаф, который на вас, ну, как говорится, этот амулет, будем так говорить, то вам будет просто очень тяжело. Кастуем амулет открывания, заклинание открывания, и все сундуки открылись. Давайте посмотрим, что в сундуках. Зелье увеличения энергии. Шикарно. Это плюс нашей энергии сейчас будет. Обнаружение предметов тоже шикарно. Мы сейчас его сможем смыть. Зелье воды. Шикарно. Ржавник консервы. Кстати говоря, ржавника можно есть, он дает сопротивление кислоте. Но опять же, нам он не актуален, потому что сопротивление кислоте у нас присутствует. Но как вариант, можно его тоже с собой забрать, для того, чтобы грубо говоря, питомец, и когда он будет в форме, например, другого существа, который сможет съесть, смог прокачаться. Собственно, ржавый самоцвет, он непонятно, что из себя представляет, но еще два зелья, но их можно смывать оба. Смело причем. Дварф лорд не актуален, свиток света тоже. Безделушка, она ничего не стоит. Ну, как сказать, она стоит там копейки, то есть она не стоит того, чтобы ее телепать. Давайте смоем вместе с вами зелья, которые нам не нужны. У нас тут источничек воды присутствует. Собственно, одно уже зелье само смылось. Давайте смоем и остальные. И также смоем свиток амнезии. Ну, как вариант, можно свиток воды смыть. Но свиток воды, конечно, более полезен, чем... Свиток воды снимает с вас наказание. То есть, наказание, конечно, мы с помощью магии можем снять, но на начальном этапе, как вариант, это можно сделать и с помощью свитка воды. Ну, вообще вода интересная. Я думаю, ее стоит оставить для того, чтобы она просто присутствовала. Давайте ее уберем. Закрепление характеристик тоже уберем. Мудрость, честно говоря, сомнительная, но все же. Собственно, выбегаем из воды. А, блин. Я не поднял вот этот свиток. Ладно, будем считать, что и у нас его нету. А почему я не хочу второй раз залезать туда? Потому что нам могут смыть. Могут смыть, в общем. Кстати говоря, у нас еще присутствуют зелья, которые хотелось бы смыть. Давайте их смоем сразу тоже вместе. Вот, кстати говоря, у нас еще подсматривание есть. Как вариант, сейчас мы его тоже сейчас увеличим. Кстати, зелье уровня тоже как вариант. Талант, зелье превращения можно будет бафнуть. Увеличение характеристик тоже бахнуть сейчас. Можно будет. Собственно... У нас присутствует 14 зельев воды. Давайте его помажем. А, благословленные воды. Давайте их помажем. Если найдем воду. Вот, собственно, нашли 4 бутылки воды. Мы помазали их. И, собственно, у нас теперь 17 бутылок воды. Давайте помажем теперь. Получается, подсматривание помазали. Помазали уровень.
и помазали характеристики. Собственно, выпиваем зелье подсматривания. Зелье подсматривания в благословленном виде дает вам талант подсматривания. Во всех остальных видах она вам дает временный талант подсматривания. Мы получили талант подсматривания, и это говорит нам о том, что мы теперь видим всех мобов. Мы получили еще один уровень. Выпили зелье характеристик, увеличили свои характеристики. У нас присутствует зелье увеличения энергии. Давайте его тоже бафнем на максимальный баф. Для чего мы его бафнули? Потому что оно даст нам, когда мы его выпьем, разумеется, даст нам энергию плюс 6 на постоянке. То есть это очень полезное зелье. Собственно, убираем. Энергию и берем полное лечение. Полное лечение сейчас тоже бафнем. Для чего мы бафнем полное лечение? Для того, чтобы оно тоже нам помогло. Вообще полное лечение, оно даст нам 8, оно лечит нам 1000 единиц здоровья. Это огромное количество просто. У нас, чтобы вы понимали, в данный момент 113, что ли, или 175 хп. Ну, в общем, немного у нас хп. Но тут целую 1000 она лечит. То есть, это одно из самых, наверное, последних зелий, которые мы будем использовать. Поэтому давайте его сразу уберем. Давайте посмотрим, что нам еще может надо бафнуть. Да вроде пока ничего и не надо. А линзы у нас что делают? Линзы дают поиск. Понятненько. Все понятненько. Убираем амулет, убираем благословленную воду нашу. Она нам не нужна и не понадобится больше. Пока что. В идеале забрать свиток. Для того, чтобы его забрать, нам нужно будет спешиться. Забрать свиток и, собственно, вернуться на коня обратно. Убираем свиток, собственно, в нашу сумку. Также в нашу сумку можно запихнуть большинство ключей, которые у нас присутствуют, потому что и оставить только парочку из них. Что касаемо проклятых шипов, в идеале, конечно, избавиться от большинства этих шипов, для того, чтобы они нам просто не мешали, оставить один ключ. На случай, если у нас недоступна будет магия, нам нужно будет срочно куда-нибудь свалить. Нажимаем на повязку на глаза. Вот теперь зажимаем кнопку повязки на глаза. Выбираем циферку 1. И нажимаем отдать. И тем самым она отдаст нам одну. Вместо двух, которые у нас присутствовали. Огромное количество палочек. Но нам они пока не нужны. Я таскаю большое количество предметов для того, чтобы мы могли потом прокачать нашу лошадь. Как вариант, я мог бы и сейчас сдать нашей лошади, но проблема в том, что наша лошадь не умеет использовать кольцо контроля превращения. Если бы она его умела использовать, тогда бы я бы его отдал бы нашей лошади, и мы бы без проблем сейчас ее превратили во что нам нужно. Но у нас пока нет такой возможности. Кстати говоря, красная нага дает сопротивление к огню. Обратите внимание, как это работает талант подсматривания. То есть мы видим заранее мобов, которые присутствуют на текущем уровне. Даже присутствуют они в темноте. Но талант подсматривания не самый лучший талант. Почему? Потому что есть более полезные таланты, такие как, например, тоже проворство, оно более эффективно. Те же сопротивления, они более эффективны.
Давайте хоть один этажик пробежим вместе с вами. В данный момент мы находимся на 25 этаже. Собственно, посмотрим, что он из себя будет представлять. Но мы тут уже вместе с вами были, поэтому нам не интересно. Плащ невидимости у нас присутствует. А тут мы, наверное, были, да, вместе с вами. Давайте посмотрим, значит, были ли мы на чердаке. Посмотрим сейчас нашу защиту, чтобы она была полная. Да, защита у вас полная в данный момент. То есть я имею в виду экипирована полностью. Умелый наездник добавляет бонус навыка езды к атаке и защите ездового существа. То есть ездовое существо будет более усилено благодаря навыку езды. Артефакты могут быть зачарованы до плюс 10. При превышении лимита артефакт откатится. Обратите внимание, нас зажали. Здесь и вот здесь очень много варгов. Это, собственно, с какой уровень по счету? Давайте посмотрим. 26. То есть огромная тонна варгов. Я думаю, мы их всех убьем. Единственная проблема в том, что они нам будут мешать идти. Я сомневаюсь, что они нас убьют. Потому единственное, кого они могут тут убить, так это нашего коня. Потому что поэтому нам нужно его максимально держать. В идеале вообще превратить нашу лошадь. Но я боюсь то, что она потеряет прирученные, точнее, очки и характеристик свои. Собственно, видим большой ящик. Давайте откроем, посмотрим. Тут присутствуют апельсины и яшма. Яшму нужно убирать в сумку, а апельсин нам, в принципе, не актуален. А что касаемо щитов, которые здесь лежат, также тут присутствует седло. Как вариант, седло прозвонить на предмет зачарованности седла, снять с него проклятие, на случай, если оно проклятое, и попробовать передать нашей лошади. Седло это, собственно, оно это, как вы видите, не проклятое седло. Оно не актуально, поэтому его нет смысла ему и отдавать даже. Желтое зелье, непонятно, что за зелье. Все зелья я рекомендую кидать в ваших врагов, для того, чтобы его опознать, потому что по-другому его не рекомендуется опознавать. Это было эльф-лорд. Вообще достаточно тяжелый противник, но вы с таким количеством противников уже сталкивались, поэтому для нас он, в принципе, не особо страшен. Мы, собственно, видим еще один фонтан. Давайте что-нибудь окунем сюда. Ну вот, например, не знаю, чистый свиток. Это нелогично, но все же. Фонтан не проклятый, соответственно, свиток тоже не проклялся. Свиток призыва. Свиток призыва это один из самых страшных свитков для в этом, который используется против вас. Мы скастовали открывание на текущий большой ящик, и теперь нашли свиток разрушения и свиток смятения. Свиток смятения, он сомнительный, потому что он дает вам смятение. А вот свиток разрушения, они, кстати говоря, между собой взаимодействуют, оба свитка. Поэтому, как вариант, глубинного дракона, кстати, можно есть. Он дает сопротивление вытягивания сил. То есть, если бы наше существо было бы плотоядным, для него это было бы прямо шикарный подгончик. Но проблема в том, что там максимальный бонус всего лишь 50%. Тут, скорее всего, больше ничего нету, поэтому идем в другую сторону. В идеале, конечно, сейчас вместе превратить лошадь. Посмотрим, что это. Это чердак. 26 уровень, чердак. От отчаяния и практического интереса вы можете есть трупы. Да, трупы. Главное, не своих существ есть. Иначе вам будет очень тяжело. Обратите внимание, кто это. Демоны. Кстати говоря, а мы же демонов загеноцидили. Собственно,
Странно. А как вы помните, в одной из прошлых серий мы загеноцидили всех демонов без исключения. А тут демон почему-то нарисовался. Вот свиток умиротворения, который здесь присутствует, один из самых полезных свитков, потому что свиток умиротворения, он даст вам возможность умиротворять большинство мобов. Тем самым они будут мирны для вас. Это очень полезный свиток в комбинации с воскрешением. Если ваш, грубо говоря, союзник оказался к вам враждебен, вы его можете воскресить и умиротворить. Тут огромное количество мобов, как вы видите. Еще какой-то белый самоцвет, давайте его поднимем. Как видите, тут огромная тонна наемников, но они нам все не нужны, поэтому они могут идти дружно. Свиток ужаса, один из самых полезных свитков. Кристаллическая палочка, не знаю, что за палочка. Червяк нарисовался. А зелье галлюцинаций. Непромокаемый плащ, он дает скользкость. Зелье яда, палочка вытягивания жизни. Палочка вытягивания жизни, она в принципе как вариант можно использовать, но она по сути говоря бесполезна. Бальзамировщик — это человек, его есть не стоит. Если вы играете за человека, разумеется. Чешуя черного дракона дает сопротивление к кислоте. Как и доспех из этой формы. Призыв, но я думаю, понятно, что призыв очень опасный, потому что вам неизвестно, кого они там вызовут. Король гоблинов, ему нужно давать мут, для того, чтобы он вас не попытался обхитрить, обмануть. Давайте с Аббатом поторгуем, посмотрим, что у него. Ну, палочка нанесения ударов нам не актуальна. А теперь с воином. У него зелье большого лечения. Вот зелье большого лечения нам надо очень. Давайте обменяемся с ним яшмой. Ему зелье не нужно, а вот нам она очень пойдет. Аббат становится враждебен для нас. Какая ты нехорошая моб. Ну хорошо, лови, аббат. Это вер. Какая грязь, а. Нам дали ошеломление. Точнее, не нам, а лошади дали ошеломление. Дали мы ужас, чтобы мобы не расслаблялись. А сейчас мы лезем за аббатом. Для того, чтобы это существо от нас...
Но вот вы сами видите, почему нужно убивать этих наемников, потому что они в самый неподходящий момент для вас, они начнут агриться на вас. Кстати, вот на таких вот призывателях можно качаться. Это вер-змея. Она призывает огромное количество змей. Ну, змеи на самом деле не самые страшные враги, но все же факт в том, что лучше всех наемников убивать. Загеноцидить их не получится, потому что наемники загеноцидят вас, если вы играете за форму человека, потому что все наемники люди. Еще один свиток. Что за свиток? Свиток воды. Шикарно. Давайте поедим. Продуктовый паек тут лежит. Давайте поедим. И побежим дальше. Когда дела идут плохо, можно сделать паузу, взвесить все решения. Как вариант, кстати говоря, можно использовать в данный момент свиток разрушения на себя. Свиток воды уберем пока. Свиток огня нам тоже не актуален. Свиток призыва. Как вариант, сейчас можно его использовать. Ужас. Давайте используем свиток призыва. Ну, чтобы он просто не отсвечивал нам. Вообще у нас присутствует школа магии призыва. Какая грязь, а? Обратите внимание, демоны живы. Ну, вообще непонятно, почему демоны выжили. Давайте еще раз прочитаем на них свиток. Но тут присутствует королева пчел. Из-за этого количество мобов просто огромное. Ее приспешников имеется в виду. Ну, как вариант, королеву можно и не убивать, для того, чтобы была возможность пофармить на ней опыт. Но проблема королевы в том, что очень долго фармить тоже особо не получится. Потому что, вот, кстати, обратите внимание, еще одна королева. На самом деле тут очень много мобов. Тут важно не мискликнуть случайно, потому что если вы случайно полечите врага вместо своего союзника, это будет печально. На самом деле мне призыватели очень сильно не нравятся из-за того, что они вот ваше время тратят. Вообще королева, как и все призыватели, они могут прокачать вам навыки, как оружие, так и доспехов. Но они чем бесполезны, тем, что очень сильно ваше время жрут. То есть все призыватели без исключения. Вот, например, мы столкнулись только что с двумя. Это призыватель вер-крыс, точнее вер-змей и вер, ну, получается, и королева пчел. Собственно, двигаемся дальше. Замок можно сломать силой, но вызовет срабатывание ловушки. Ну, нам проще обезвредить замок, потому что у нас уровень владения ловушками на 100%. Поэтому нам проще обезвредить ловушки и не заморачиваться. А обратите внимание, какой урон нанес нашей лошади. Заколебал ее бить, а? А чтобы он медленнее бил, ему надо дать замедление. А чтобы он бил слабее, ему надо дать просто ужас. Либо сон. Чтобы он вообще не бил. А почему? Потому что, ну, он самый, кстати, простой способ прокачать школу
через заклинание сна. Вы просто кастуете сон на ваших врагов, они просыпаются, вы опять кастуете на них сон, они опять просыпаются. И так повторяется до нужного количества раз. На магов, на всех типов лучше, конечно, использовать смятение для того, чтобы они не кастовали на вас магию. Но есть универсальная школа. Кстати говоря, это, если не ошибаюсь, эльфийская лощина, судя по внешнему виду. Можно будет в нее тоже сходить. Это, кстати говоря, агрессивный паёк. По понятным причинам она на нас напала. Но мы, конечно же, к эльфам сходим. Возможно, даже сегодня. Желтая слизь ползет к нам. Кстати говоря, этот наш любимый ремесленник. Посмотрим, сколько у нас кармы. У нас 1000 кармы. Как вариант, мы можем сделать себе свиток, копию свитка массового истребления. Я надеюсь, все-таки с 20-го раза у нас получится использовать. А проблема в том, что мы загеноцидили драконов, и теперь драконы не появятся, но нам будет комфортнее, потому что когда появятся драконы, это будет эпик фейл. Копируем свиток массового истребления для того, чтобы мы могли еще кого-нибудь загеноцидить. Убираем свиток массового истребления для того, чтобы не потерять оригинал, грубо говоря. Очень важно его не потерять, потому что если вы потеряете оригинал, вы из копии сделать не сможете, скорее всего. Ну, агрессивный варвар, но он, как говорится, дружелюбный до поры до времени. Пока мы не трогаем его вещи, или вообще какие-либо вещи. Как только начинаем взаимодействовать с местностью, варвар начинает просыпаться. Давайте забьем эту слизь. А, он ошеломление кидает. Ну, нифига себе. А чтобы защититься от ошеломления... Ошеломление, кстати, это очень болезненная хреновина. А чтобы защититься от ошеломления, вам стоит талант свободы действий искать. То есть это кольцо. Так называемый free action. Ты меня утомил уже. К нам идет Архангел. Ну, Архангелу нужно просто мут давать. Архангел также призывает электричество, но ему оно не поможет, потому что тут важно дать ему смятение, потому что Архангел будет лечиться. Но у нас, учитывая то, что уровень владения школой низкий, то мы на маленький промежуток времени можем накладывать смятение. А так бы, конечно, да. Давайте посмотрим, на какой промежуток времени мы можем накладывать смятение. Для этого мы нажимаем на него от 2 до 12 ходов. То есть, в принципе, это... Но опять же, тут видите, тут сильные цифры бегают рандома. Давайте убьем тигра и прожмем свиток разрушения. Собственно, прожмем свиток разрушения. Для того, чтобы его прожать, нам нужно кастануть на себя смятение. У нас оно два хода, нам этого за глаза. Кастуем свиток на себя разрушения. И мы получили кольцо силы. Ну, вот кни, да? А что вы понимали, что произошло? А, вот этот вот человек, ну что, так называемый ремесленный мастер, он кастанул на нее, вот на этого питбуля, фазирование.
То есть на какой, ну, это собака смерти. И еще и невидимость до кучи кастанул. То есть он кастанул на нее фазирование и невидимость. То есть это так, чтобы нам, кажется, жизнь Малиды не казалась. На нас он не скастовал, а вот на вражеского моба, пожалуйста. Как говорится, без проблем. На вражеский моб не слышали. Ну что я могу сказать? Я думаю, надо убить этого варвара. А чтобы его убить, мы вместе с ним будем сейчас бить призывных мобов. Чтобы они его убили. Тоже. Урон, кстати, по нам очень сильный пролетает, но я думаю, мы справимся. Гнида! А что вы понимали, это червяк? Если не ошибаюсь, цвет пурпурный. Сейчас посмотрим вместе с вами. Да, такая это гнида, вы бы представляли, а? Он наносит урон физой. То есть он... переварить он не сможет, если вы обратитесь, например, в великана. То он вас переварить никак не сможет. Хотя он может и попытаться, но он не сможет это сделать. Великаны не перевариваются, потому что... Как бы это смешно ни звучало. Гнида опять схватил. Давайте его переагрим на этого. На стражника, собственно, чтобы он нам отдал свой лут, чтобы не нам за его убийство получать монеты. Во-во-во, попереваривай его, а я пока тебя побью. Ну, кстати, он не вылезет оттуда. А, тут, кстати, присутствует дезинтегратор еще. Это, кстати, очень страшный моб. А, нет, это не дезинтегратор. Не, смотрите, он вылез без проблем. Это просто копальщик местности. Ну, вообще, дезинтегратор, действительно, да. Он бьет распадом. Распад, чтобы вы понимали, это очень больно. У нас, кстати, нет защиты от распада. Распад — это разрушение вашего снаряжения. Чтобы вы понимали, что только что произошло. Я только что потерял свое копье. Мифриловое копье, которое у меня было, я им только что ударил и потерял его. Ну, получается, оно испарилось. Теперь я безоружный. Да. У тебя есть что поторговать там? Палаш. Все понятно. Палаш нам не особо интересен. Блин, а? Я потерял свое копье. Ну, кто знал, что их надо два делать было? Ну, вот как-то так. То есть я, как вы видите, потерял свое копье. Но я знал, что это дезинтегратор. Я видел то, что у него идет сопротивление к распаду. То есть он, что он бьет распадом, я также знал. Ну, как вы видите, скорее в минус получил, чем в плюс. Ну, как вариант, кстати, можно другое оружие покачать. У нас также присутствуют другие типы оружия. Но копье для нас, оно, конечно, более эффективно. Давайте посмотрим, какой тогда тип оружия мы можем покачать пока. Ну, чтобы оно как бы покачалось, чтобы нам... Посмотрим в сумке хранения.
У нас присутствует землекоп, грань бездны и древняя катана. Ну, как вариант, можно грань бездны покачать. Давайте посмотрим. Это у нас тяжелые клинки. У нас тяжелые клинки, кстати, есть, присутствуют. Единственное, только она не двуручная, надеюсь. Вроде не двуручная, по крайней мере, не написано так. Давайте ее возьмем. А древняя катана у нас сколько там? Это средняя. Ну, средней у нас нету. Поэтому давайте грань бездны. У нас тяжелые доспехи. Ну, тяжелая... Как объяснить? Сейчас я покажу. Вот у нас тяжелые клинки присутствуют на уровне умелый. Соответственно, давайте его просто сейчас возьмем и подкачаем. Либо как вариант взять копья. Давайте попробуем бездну одеть. Да, без проблем. То есть она еще и одноручная. Шикарно вообще. Нам бы в идеале, конечно, благословить бездну. Щит же не снялся, я надеюсь. Нет, щит снялся. Блин, а? Бездна получается двуручная. Блин. Мы, получается, просели по защите. На самом деле, двуручная, ну, то есть 50 защиты. Двуручное оружие не особо, но... Урон от силы 1.6, 1.8. Ну, давайте его благословим, чтобы у нас просто оружие, как говорится, было. А что касаемо кольца силы, ну, можно было бы, конечно, ему отдать. Ну, свиток смятения для нас бесполезен. Вообще, свиток смятения, насколько мне известно, он дает возможность изучить заклинание смятения. Надо будет еще раз пересмотреть. Так, ну, получается, у нас... Текущий убирается. Щиток. Ну, учитывая то, что мы пока и играем через этот. Щит, конечно, был для нас был бы лучше, но в данный момент мы ищем, получается, склянки. Склянки. Воды. Благословленные склянки воды, переносим их сюда, благословляем свое оружие для того, чтобы... Кстати говоря, я думаю, надо свиток массового истребления тоже благословить. Мне кажется, тут дело в том, что оно не благословлено. Большое лечение тоже надо благословить. Я... Да, алло. Привет, привет. Не-не-не, я не на улице. Ну там две петли привари просто и все. Ну я говорю, на саморезы просто замок повесить. А? А как он все вынес-то?
Ну, повесь замок и все, и проблема исчерпается. Ну и все, и да, а что, и пускай он даже если он придет, а что толку-то? Ничего же не уйдет больше. Не утащит же он вместе с холодильником. Не, ну если вместе с холодильником утащит, то я за него порадуюсь. Чё. Четыре штуки всего. Офигеть. Да, я удивлен просто количеством. Да. Они как-то странно все в один день. Нет бы разделиться там, я не знаю, как-нибудь. А то что-то как-то. Может быть, может быть. Хорошо, давай тебе. Блин. Вот подошел спиздил, продолжаем наших баранов. Так, я получается, что не закончил. Я хотел благословить свиток массового истребления. Он, получается, благословился. Видимо, он не благословился. Не суть. Получается, благословляем большое лечение. Сила у нас какая?
Сила у нас самоцвет. Нет, самоцвет мы лошади не сможем отдать. Так, и все вроде. Благословлять больше особо нечего. У нас две палочки. Давайте посмотрим, что за палочки. Количество зарядов у нас также присутствует. Палочка телепортации шикарно. А вторая палочка призыва. Ну, у нас тут кобальт-король. Давайте, может, тут самое лучшее, конечно, ему дать мут. Так называемое заклинание смятения, чтобы он просто не двигался. Ну, собственно, в следующем выпуске, я думаю, мы будем двигаться в сторону эльфийского городка. Давайте убедимся в том, что это действительно эльфийский город. Да, лес эльфов, собственно, ну, эльфийский городочек это. То есть у нас есть гномий городочек в самом начале, есть вот эльфийский городочек. Давайте вернемся пока обратно. Грубо говоря, мы пока в следующем выпуске мы тогда уже эльфийский городочек вместе с вами посетим. Посмотрим в целом, что он из себя представляет. Надо единственное только склянки с водой убрать. Скляночки с водой. А склянки со святой водой, которые мы таким трудом собирали. Вот, всем спасибо за просмотр. С вами был Андрей. Всем пока.